Приветствую, друзья! В этом видео мы решим проблему совместимости мода Эврика и блоков из него с шейдерами на версии 1.18.2. Суть такая. Конструкции из мода Эврика на версии 1.18.2 Forge Optifine просто не отображались любыми включенными шейдерами. И благодаря комментарию этого человека, за что ему спасибо, я решил заняться этой проблемой. Решение оказалось два. Установить мод Sodium и к нему дополнение ResShaders, но минус этого варианта в том, что все будет работать только на версии Minecraft Fabric, а некоторые из моих любимых модов на нем не поддерживаются. Этот вариант мы отметаем. И второй вариант для версии Minecraft Forge – мод Rubidium и дополнение к нему Oculus. Я пользуюсь T-Launcher'ом, захожу в папку Mods и удаляю там Forge Optifine, потому что он у меня уже был установлен. И также удаляю Forge на всякий случай. Затем закидываю два мода Rubidium и Oculus. Хорошо. Закрываем это все и теперь уже выбираем версию не Forge Optifine, а просто Forge 1.18.2 и запускаемся. Лаунчер сам докачает для версии Forge нужные файлы. Все, мы зашли, нас встречает версия просто 1.18.2 Forge. Зайдя в мир, вы обнаружите, что у вас уже включены шейдеры, и если вы перейдете в настройку, то вы увидите, что интерфейс совершенно другой, не похож на интерфейс, который при Forge Optifine. А тут я по фасту пытаюсь построить конструкцию из мода Эврика и на ней поплавать. Шейдеры очень лагучие, они вызывают у меня лаги. Ну и собственно, вот все работает и все отображается. Но есть и минусы. Это вам не Optifine, тут отсутствует кнопка приближения, но я это компенсировал с помощью других модов. Также мне не нравится то, что некоторые блоки упадают с задержкой. И мобы двигаются рывками, это ненормально. Подводим итоги. Если вы хотите поиграть с Эврикой и шейдерами на 1.18.2, то, увы, Rubidium в связке с Oculus не самое лучшее решение, вас будут ждать фризы. Выход такой, играть на 1.18.2 Forge Optifine с модом Эврика, без шейдеров.